Рима и Николай Гумины живут душа в душу уже 40 лет. За долгие годы совместной жизни пенсионеры прошли многое, но со взаимной поддержкой преодолели все трудности и создали прекрасную семью. Воспитали 4 замечательных детей, 2 сыновей и 2 племянников. С мужем познакомились тут в Нижнекамске на проводах. Он тоже сначала мы на одном заводе работал, работали на заводе «Этилен» лаборантом, потом другие лаборатории. Свою долгую трудовую деятельность на Нижнекамск нефтехиме ветераны труда начали в 80-х годах. Николай Гумин трудился на заводе «Этилена» около 40 лет, прослыв ответственным работником. Супруга его, Рима, проработала лаборантом химанализа в УТК немалых 35 лет. О своем коллективе она рассказывает с большим уважением и теплотой. Коллектив был хороший, всегда помогали друг друга, поддерживали. Все равно скучаю, по работе скучаю, коллективка скучаю. Мы общаемся, конечно, и я звоню, и они звонят мне, общаемся. Свободное время пенсионеры любят проводить со своими обожаемыми внуками, которые часто приходят в гости к бабушке и дедушке. Внуки всегда на каникулах с нами. Весело с ними. Если у меня даже стих есть про них написано. И мы скучаем, вот если их нет, если пока они учатся, мы скучаем. Ждем каникулы даже мы сами уж. Не знаю, вот без них бы, что бы мы делали. Свой досуг наша героиня проводит разнообразно. Сочиняет стихи, поет песни и играет на гармошке. А Николай гордится творческой натурой своей супруги. Я немножко вот стихи пишу для себя. Когда скучаю по работе, когда по родным краям, милосердие выступаем, совет ветеранов, Челны, на санатории, профилактории. Я играю немножко на гармошке, пою, а он меня поддерживает. Водителем вожу туда-сюда, туда-сюда. Меня поддерживает. Нижнекамск нефтехим, в свою очередь, никогда не забывает своих ветеранов, ведь поддержка и внимание со стороны предприятия очень ценна и важна для тех, кто сейчас находится на заслуженном отдыхе. Людмила Березина, Айгуль Хисматуллина, Фахри Исламов, Эн-Медиа.